Медаль «За подвиг». Алиса Аксенова стала лауреатом 5-й Всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Подвиг». «Моя судьба охраны памятников», говорит Алиса Ивановна. 53 года своей жизни она посвятила Владимиру Суздальскому музею-заповеднику. За эти годы пришлось преодолеть множество преград и трудностей, но именно принципиальная позиция помогла ей сохранить культурное наследие Владимира Суздальской земли. Эта медаль стала для Алисы Ивановны 33-й наградой и, как она сама говорит, последней и самой ценной. Алиса Ивановна приняла решение уйти с должности президента музея. Я размышляла дома, думаю, господи, да подвиг, какой же это подвиг. Вот, наверное, вот эти все усилия, вот эта затрата страшной нервной энергии за правое дело. Вот, наверное, вот вылилось, что действительно подвиг.